Всем привет! Вы на канале Злата. И что же у меня в этих пакетах? Ой, ребят, целых два пакета. Что же у нас тут? И сейчас вам покажу, что я иду в школу, и мы сегодня снимем обзор моих всяких штучек в школу. Канцелярию, ребят, вам покажем. Вот, ребята, мой картон разноцветный. Сейчас вот смотрите, какие тут цвета красивенные в картоне. Вот пёсковый, вот берёзовый, синий. Ребят, купили бы себе такой? Я думаю, да. Кстати, ребят, мне нравится вот эта обложка, очень красивенькая, мне очень нравится. Вот кто меня тут толчит вот постоянно? Показывай нам дальше. Смотрите, пастельный, 8 арточек, колери. Так, двигаемся дальше. Это вот такие мини-фломастеры. Мини-фломастеры, маркеры, да. Они ими можно выделять все, что важно. Пригодятся они принцессе Злате в первом классе или нет. Ребят, принцесса Злата идет, кстати, в первый класс. Ох, мои обложечки. Это для книг обложечки, да. Это уже второй класс, так что... Ну, обложки для второго класса, ребят, но сказали нам, что они подходят и для первого, так как для первого закончились, мы взяли эти. Да. А и проверим как раз. Клей вот такой, принцесса Злата, да, хорошенький. Маленький, хорошенький. Вот, ребят, вот такая подступочка, она вот и с подточками, и с зоопарком. А что тебе там штука нарисована? Ну, покажи нам скорее. Ой, это даже принцесса София, да? Да, принцесса София. Я раньше такую мультику очень любила смотреть. Подстругачка это. Еще одна. Для двух карандашей. Будет принцесса Злата в школу брать ее или нет, мы еще не знаем, но дома пусть будет. Хозяйство пригодится. Для вот для толстых и для тонких. Так, ребята, это моя закончика, я думаю, пригодится в школу. Кисточки. Набор кисточек, да, краски, конечно же, обязательно. Так, вот мои красочки. Вот такие краски у нас, мы их очень любим. Вот такой фильм, это самая хорошая краска, которую я только нашла. И самые хорошие карандаши. Да, карандаши мы эти тоже очень любим, ребят. Они очень классно рисуют, мягенькие, яркие. Я когда-то вот такую пачку купила, здесь было больше, чем 12 штук. Было 24, и мы ими рисовали года 2 так точно. 3 года. Вот. И такие же решили купить себе и в школу тоже, ребят. Да. Вот досточка на левку. Да, это досточка для пластилина. Разные ножички, ребят, сейчас мы вам покажем. Вот разные ножички, ребят. Вот такая досточка. Конечно же, ребят, наш пластилин мы показываем сейчас. Вот такой, такой же фирмы, как краски. Да. Вот здесь тоже, кстати, в наборе идет ножичек. Да. Там, по-моему, с другой стороны другие цвета, да, 10 цветов. Смотрите, какие прикольные здесь штучки. Да, покажем, ребята, ближе, а ты доставай дальше. Вот таких можно жучков, паучков, солнышек слепить. Да, смотрите, ребята, вот такая красивенькая линеечка. Линеечка в виде лол, ребята. Да. Так, карандашик берем. Видите, ребят, сколько карандашей мы купили. В общем, мы купили 2, а потом забыли и купили еще 2. И вы представляете, сами того не понимая, все одинаковые фирмы, только цвета разные. Да, ну, кстати, очень хорошо, кстати, будет, да, ребят? Они рисуют хорошо, мягенько, и стирают тоже очень классно. Да, я когда делала в садик, вот эти карандаши мне самых больше нравились в садике. Вот, видите? Ребята. Ручки запасные купили, конечно же, чтобы были про запас, чтобы потом не бегать, не покупать. Где такие? Какие там еще у нас есть? Клацающая ручка, да? Она у меня не одна. Тоже их, сколько мы их купили? 2 тоже, да? Черненькую, черно-розовая и розовая. Вот такая мне больше нравится. Да? Хорошо. А вот это что мы там купили с тобой, принцесса Злата? Это карандаши? Фломастеры? Это ручки. Это ручки. Ребят, смотрите, какие крутые цвета. Закрывай, покажем вблизи. Сейчас. Они очень классные. Они прямо как фломастеры. Посмотрите на них. Можно спутать с фломастером. Класс. Мои ножницы. Коробки. Коробка. И, ребят, покупали карандаши и снова купили ластики. И, представляете, тоже повторки. Кстати, мне самые хорошие ручки. Да, очень классно, они стирают все. Что-то там все достало уже с пакетика. Сейчас складываю. Складывай обратно. Вот, ребят, покажем вам еще раз. Все. Это еще не все, ребят. У нас еще только половина. Сама, это не половина еще.
Это еще даже не половина? А что еще у нас? Один пакет мы уже показали, все? Или еще есть там что-то? Еще что-то есть? Боже, что мы еще купили-то, а? А ну, доставай быстрее. Так. А, ну, циркуль мы купили, пригодится он в первом классе или еще нет, мы не знаем. Да, ну, мы его купили, пусть он будет. Циркуль такая вещь, что пригодится. Линеечки всякие там есть. А покажи нам. Держите. Ребят, видите, там линейки разные, треугольная, полукруглая и обычная, прямоугольная. А с другой стороны, смотрите, какие классные лес со зверюшками, принцесса Злата. Да, очень красивая, особенно для девочки. О. Вот такой крейка, он наш, может пригодиться. Да, пригодится, я думаю, и тут, и тут. И вот эти фломастеры, фильма классные, фильма. А это два альбома. Мы не знали, какой выбрать, взяли два. На запасе. Вот такие принцессы, ребят, классные. Вот еще один. Вот такой. И вот такой. Мой второй пакет. Сейчас мы вам покажем, что у нас там есть. Обложечки всякие. Да, ребят, обложки про запас докупили, потому что они рвутся. Смотрите, ребят. Заезжу, что такое на запас. Там есть как 24. Вот такие есть еще. Чтобы был на всякий случай один толстенький зашит. Вдруг пригодится. Мало ли, знаете. Всякое бывает. В креточку. Держите. Давай. Обложки можно не показывать. Ребята, думаю, они у всех одинаковые, прозрачные. Что это у нас такое красивое? Это у меня айфон. Самбочка. Сейчас принцесса Злата вам покажет свои тетрадки. И в клеточку, в косолинию. Не уже так, одели мы обложки на некоторые. Смотрите, вот какие красивые. Вот, так, вот такие кошки и принцессы. Вот мой тетрадочка в виде с ананасиками. Ребят, все тетрадки на 12 страниц. Первый класс больше не нужно. Единственное, что отличается, это рисунок и, конечно же, внутри. Либо клеточку, либо посолинию такой слоняш у нас, смотрите, в клеточку классный. А с другой стороны просто надпись, да? Это Дамба и его мама. Ага. Вот такие кошки у нас. И собаки такие классные. Ребят, смотрите, какие хорошие. Вот еще кошка-собака. Тетрадку какую красивую вижу. Пчелка на цветочке. Тоже в клеточку? Нет, это косолиния, видите? Какая тебе пчелка? Это шмель чего там? Это шмель? Ну, а вот пчелка вроде сидит. Да. Так, вот еще такая собака-барабака. Кошка еще одна. И такая кошка. Есть еще вот такой. О, какие ромашки красивые, ребят. Зверушки. В общем, не знаю, для первого класса, конечно, многовато, наверное. Но зато у нас останутся теперь и на второй запас. Думаю, что-то мы вроде забыли. Конечно же, стаканчик для кисточек, да, для рисования. Да. Очень классно, кстати. Оп, есть такие с двумя штучками, если вы с одной палкой по соседству живете. Вот столько всего мы накупили, ребят. Это ж кошмар. Еще не все. Самое главное, ребят, то, что принцессе Злате очень-очень нравится. Смотрите. Моя сумка. Рюкзак решили не покупать для первого класса, так как книг у них будет немного. А вот сумку мы купили. А что это у тебя такой красивый? Колеровый папир. Ребят, смотрите, какой красивый. Павлин нарисован. Круто. Ребята, это круто. А это наш дневник, ребят. Кот такой. Ой. Пытается рыбку поймать, и она от него улетает. Самая крутая обложка, ребят. I love black cat. Я люблю черных котов. Смотрите. А внутри он самый обычный. Здесь все вот прописано. Да. Название предметов на украинской мове обов'язково, потому что у нас школа украинская. И каждый день расписаны. Понедельник, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота. На каждый день. Да, давайте уже. Вот все. А ну в конце что у нас там? Наверное, тоже все одинаково, да? А вот еще табель даже есть здесь в дневнике. То есть можно прописать за первый семестр и за другой семестр и речи.
И есть даже под... Вот здесь можно его заполнить. И даже есть подсказки, шпаргалки, ребят. То есть дневник рассчитан не только для первого класса, а я вам скажу, очень даже для, наверное, любого класса такая. Знаете? Хорошая подсказка. Даже есть вот у нас до свят, день вчителя. Знаете? Подожди, давай покажем. Хэллоуин. Свято Миколая. Рецепты приготовления Миколайчиков. Ребят, будем готовить новоречные звичаи. Ребята, у меня есть... Масленица, международный день. Мамине свято, бабуся, вербна неділя, Великдень. 1 квітня – день сміху, 9 травня – день матері. Смотрите, сколько праздников и даже есть рецепты. Будем обязательно готовить, да? Да, закрываем. Закрываем, и у нас последний штрих – наш крутой пенал. Вот такая здесь вот такой сквиш. Принцесса Злата говорит, это антистресс или сквиш. Мякушка в пенале и сам пенал красивенный. Радужный, да, переливается? Да, вы хотите в школу? Пишите нам скорее в комментариях. Ребят, вы представляете, 1 сентября через пару дней. И скоро все пойдут в школу, отдохнувшие. Такие веселые и счастливые. Ребят, ты куда прячешься, принцесса Злата? Пока, я прячусь. Ты что, уже не хочешь в школу? Хочу. Ребята, вы знаете, я очень хочу в школу. Это очень мне нравится. Сейчас будем собирать мою сумочку. Ну давай, в следующем видео покажем, как мы собираем сумку в школу. А сейчас будем прощаться. Моя любимая штука. Всем пока. Вы на канале Принцесса Злата. Ставь лайк. Подписывайся на мой канал. Жми на колокольчик. Всем пока. У меня уже слезы. Чего? Ой, смотрите, как принцесса Злата спешит в школу, а? Просто хорошо уже. Пока.